Отдать дань уважения тем, кто сражался за родину в годы Великой Отечественной на фронтах и в тылу, пришли несколько сотен горожан. Взрослые дети возлагали цветы к памятнику городу-госпиталю. По словам главы курорта, в год 70-летия Победы каждый военно-патриотический праздник становится особенным. За последний год патриотизм в душах наших горожан, конечно, очень здорово растет. Для этого есть причины. Посмотрите, сколько молодежи, которая приходит по зову своего сердца почтить память, а этим самым подтвердить то, что мы любим свою родину, мы с уважением относимся к профессии защитника Отечества и продолжаем традиции старшего поколения. После торжественного митинга Анатолий Пахомов отправился поздравлять ветеранов. В гостях у героя России Павла Сюткина пили чай. Ветеран делился воспоминаниями о фронтовых буднях. Вот, например, люк приоткрытый, вот так, смотришь, где что, увидел вспышку. 1200, так, 1500 метров примерно. Секунда какая-то, задержался бы, у меня головы бы не было. Герой России Павел Сюткин ушел на фронт добровольцем. Батарея под командованием Сюткина уничтожила 9 танков, 12 орудий, 10 бронетранспортеров и более 500 гитлеровцев. За этот подвиг Павел Павлович был представлен к званию Героя Советского Союза. Но по воле судьбы золотую медаль получил лишь спустя 63 года. А на днях Павлу Сюткину удалось побывать в Кремле. Из рук президента герой получил юбилейную медаль – 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Вот оно удостоверение, лично подписанное Владимиром Владимировичем Путиным. Павел Сюткин и сегодня в строю. Ветеран занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. Передает свой опыт молодым и герой Советского Союза Виталий Бубенин. Мэр Сочи поздравил и первого командира спецподразделения «Альфа». С днем защитника. Спасибо. Отечества. После службы Виталий Бубенин поселился в Сочи. Беседа с Анатолием Пахомовым затянулась почти на 2 часа. Говорили о том, как важно воспитывать у молодых любовь к отчизне. У нас в стране было то поколение, например, мое поколение, которое уже было настолько патриотично воспитано, настолько, значит, были патриоты, что несмотря на все трудности и на все попытки сломать все то, что было святое в стране, мы сумели сохранить. 23 февраля в Сочи был дан старт череде праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. Сам праздник в Сочи будут отмечать 2 дня. Основные торжества пройдут на обновленном мемориале павшим воинам в завокзальном микрорайоне. Реконструкция комплекса уже началась. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.